для того, чтобы увидеть храм Всевышнего. Итак, мы говорим о трех качествах, которые Бог дал Бецалелю для того, чтобы он был способен исполнить в точности то, что было ему поручено. Хохма – мудрость. Второе качество – тевуна или бина – разум, разумение, умение, искусство. Я хочу пояснить короткими словами. Вот в скобочках вы видите, в конце написано «бен» и «биньян».
Это ивритские слова, просто я написал по-русски, чтобы можно было их прочитать вам. И «бен» — это на иврите «сын». Это слова, родственные вот этому слову «бина». Еще раз. Мудрость, ведение, разумение. Мы сейчас разбираем ведение. Вот ведение — это «бина», и «бен» — чувствуете, да? «Бен» — «бина». Значит, «бен» — это «сын». И сын на иврите «бен» — это не обязательно только вот, скажем, если есть отец, и у него есть вот ребенок, который называется сын, да? На иврите это, скажем, вот вам пример. Если сказать слово такое «трехэтажный дом», то надо сказать, что «дом — сын трех этажей». Вот, ну, так буквально если переводить. То есть это наследование неких качеств. То есть «бен» обозначает то, что вот тому, о ком идет речь, передаются некие качества, генетика некая. Вот близость родственная, да? И второе слово «биньян» — это на иврите этим словом обозначается... вот то, чем занимается Дмитрий у вас, строительство. Вот здание называется биньян. Этим же самым словом называется определяющая основа. То есть то, нечто, что устроено твердо, структурно, на основании, с фундаментом, со всеми делами. Вот биньян. И вот это вот я объясняю эти вам слова для того, чтобы лучше вникнуть вот это во второе слово, которое из трех – ведение. Вот все это вот имейте в виду, это то, что Бог дал Бецалелю в качестве качества необходимого. И вот еще одно качество следующее – даат, познание. Мудрость, ведение или разумение, или познание. Очень интересная вещь. Вы знаете наверняка, вы уже слышали, наверное, не одну проповедь. Адам познал Хаву или Еву. И вот это указывает на близкие отношения. То есть и Павел говорит тоже, по-моему, о том, что тот, кто соединяется с блудницей, становится одно с блудницей, да? И в Бытии написано, что будут двое, одна плоть. То есть... это говорит о чем-то очень близком, предполагающем. Если вы возьмете, скажем, творческий процесс художника, опять мы говорили уже о музе или вдохновении, об исполнении духом и самого художника, значит, это близкие отношения с творением, да? Близкие отношения в творческом процессе. Это нечто очень тесное. Так вот, конечно, мы знаем, что самые близкие отношения с Богом – это отношения веры. А вера – это другое слово на иврите, это не даат, но адаат, она как бы отсылает нас к вере. То есть даат, познание. На иврите, когда говорят «я знаю», это значит, это часть меня. Это не то, что я владею какой-то информацией. А «я знаю» – это значит, я соединился с чем-то, и оно теперь вот эта часть меня. Это значит, как-то характеризует уже меня. Итак, вот три этих качества – мудрость, хохма, разумение, бина и познание или ведение, даат на иврите. И вот теперь мы вернемся вновь к последней ступени, верхней – оман, художник. Очень интересная ступень. Интересно она тем, что это, кстати, заметил тот же самый Рэбе Элиэзер в первом веке, что встречаем мы это слово только два раза. Вот первое место здесь указано, это «Песня песней», 7 глава, «Оглянись, оглянись, Уламита», немножко пропущено, «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, черемениты, округление бедр твоих, как украшение». Дело рук искусного художника. Вот там...